Жители поселка Нурлытау совсем недавно стали городскими. Но жизнь сельчан, вопреки стереотипам, как выяснилось, им обходится куда дороже. Так, за куб питьевой воды они отдавали 101 тенге, когда средняя стоимость должна варьироваться в районе 49. Этим случаем заинтересовались в прокуратуре Бостандыкского района, к которому теперь и относится Нурлытау. По результатам нашей проверки установлено, что данное ТО Ахсу не состояло в местном регистре естественных монополистов. По акту прокурорского надзора в последующем была организована проверка, и в результате данное ТО был включен в регистр местных монополистов. Как будет наказан предприниматель, в прокуратуре не рассказали, но предупредили, что церемониться с теми, кто нарушает закон о естественных монополиях, не будут. При желании жители Нурлытау могут подать в суд на компанию поставщика воды и получить компенсацию. В целом, по словам сотрудников прокуратуры, криминогенная ситуация в Алматы явно улучшилась. Так, если раньше правоохранители были обеспокоены ростом мошенничеств, они составляли 24% от общей картины преступности, то сейчас статистику удалось снизить до 14%. Элементарная бдительность граждан, она окажет существенное влияние на снижение мошенничеств как минимум на 30%. Мошенничество – это контактный вид преступления, который характерен тем, что человек всегда знает и видит, значит, скажем так, лицо, которое посягает на его имущество. Зачастую эти деньги передаются самим потерпевшим. На прошедшем в Алматы координационном совете для профилактики правонарушений в городе и эффективной борьбе с преступностью решено создать мобильные расследовательные группы. По мнению правоохранителей, эта мера поможет увеличить количество дел, направленных в суд. Ажар Оразбай, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.